Всем привет, народ. Вот, многие спрашивают и говорят, что там что-то, чего-то, куда-то. Когда вот так вот закрываешь дверь на Пассате, B3, не знаю, как там, на остальных, но я думаю, такая же беда, что замок не закрывается. Он может чуть-чуть опускаться, и до конца дверь не будет закрываться. Она будет, то есть, снаружи открываться. Вот. Ну, то есть, она не закрывается до конца. Бывает такая, ну, петруха. Все дело вот в этой ручке. Ну, точнее, в ее механизме. Это в 90% случаев. Сейчас я покажу, как это быстро и просто лечится. Вот, у меня есть уже снятая ручка. Когда у вас дверь плохо открывается, ну, вот ручка, допустим, представим, что она стоит на машине. Вы ее вот так вот тянете, она с трудом, хлоп, и открывает дверь. Или приходится несколько раз там дергать, чтобы она открыла дверь. Это причина вот в этой вот штуковине. Вот она. Она бывает вот так вот сильно очень болтается, уходит сюда. То есть не достает до лапки, чтобы надавить на нее. Вот так вот она на нее давит, и дверь открывается. Получается, ее вот этот вот шплинтик мы вытаскиваем, его выдавливаем просто отсюда, вот так вот из нее. Вот видите, оп, отверткой выдавили. Она отошла вниз и назад его засунули. Вот. Но он потом со временем, оп, ну видите, даже без времени я его надавил, и он ушел назад. Ну вот, вот так вот, да? Ну вот там даже попробуем всунуть его до конца. Ну короче, я вот эту вот фигню ихнюю, ну, не люблю. Вот эти вот белые штуковины, белые хреновины. Ну, белые штуковины эти я не люблю. Вот, я прям, ну, до конца всунул все как положено. И все равно она и назад вся убежала. Вот. Чаще всего ее, когда, ну, просто вот так вот отодвинули до конца ее. Вот. Я ставлю сверху патрубок, чтобы он упирался вот сюда вот. Прозрачный, бензиновый, любой. Даже можно термоусадку взять, вот так вот большую, напаять ее сюда дофига. Ручка начинает, то есть, ну, как я уже в предыдущих видео показывал, что ты там давишь, вставляешь ее, она попадает на этот рычажок, и вот так, то есть, на него давит. Объем ее тоже увеличивается за счет шланга, и, то есть, она уже не промахивается, она ее давит. Но при всем при этом, если вы ее вот так вот выдвинули и такой же поставили шланг, дверь закрывается. Но замком на двери вот это вот внутри, ок, чтобы не открывалась, она закрываться не будет. Потому что вот эта длина, она будет давить на этот рычажок, а замок устроен так. Если на него, ну, там, с определенной, он уже как, ну, определенный угол у него нагнулся, то она из салона не закроется. То есть надо то ли болгаркой его вот так вот сточить, то ли на станке, или же, ну, ножом подрезать, можно его вот так вот, ну, пододвинуть, а шланг там чуть подрезать, или что у вас там может вообще стоять. И все. И то есть эту длину сильно, и длину эту слишком сильно не срезайте. Ее по чуть-чуть. Чуть-чуть срезали, поставили, попробовали, закрывается, все отлично. Все, ничего в принципе сложного. Это можно сделать все самому. Потому что у меня были такие болячки. На одной машине стоит сигнализация на красном фольсе. На моем сигналке нет. У меня все закрывается от ключа. Вот. И на красном было такое, что с пассажирской стороны поставили новую ручку. Сразу я, это тоже вот новая ручка, сразу я на новую ручку одел шланг, поставил. Дверь закрывается, открывается, но не проверил, как она закрывается на сигнализацию. Потом уже, когда приехали домой, на сигнализацию начали закрывать, но одна дверь, как раз вот та, не закрывалась. Потом я его просто болгаркой 1-2 мм счесал, поставил, и все начало прекрасно работать. Ну, без каких-либо проблем. Спасибо всем, до свидания.